он главный. Да. На самом деле это главный. Да? А ты знаешь, вот пусть он не главный, а пусть он помощник будет главный. Вот этот большой пальчик, он должен чуть-чуть поддерживать снизу. Он будет, тогда этому пальчику главному будет легче играть. Он будет легенький, смотри какой. И будет бегать быстро, быстро. Понимаешь? А так он давит на скрипку, чтобы ему больно, ему неприятно. А так ему будет очень легко играть. Посмотри. Ну-ка, давай его похлопаем. Ну, хорошо, ну-ка похлопай сама пальчику. Ой, молодец. А ну-ка вторым похлопай. О, отлично, теперь третьим похлопай. Молодец, только посмотри, значит, мы вот так поставим. Так, молодец. А вот этот будет сюда. Видишь, как он хорошо дотянулся? Потому что они легкие. Когда они тяжелые, они висят на скрипке. Вот, уже подсокать левой рукой, нормально. Так, хорошо, понимаешь? Нужно вот этим большим пальчиком, его нужно немножечко освободить, и он будет чуть-чуть поддерживать, я потом покажу. Он будет снизу, снизу будет поддерживать. Вот этим пальчиком, слышишь, да? Вот ты сейчас как мама своим пальчиком, вот это твои маленькие детки. И ты о них должна позаботиться, чтобы им было легко. А тебе мама заботится? М? Да. Как она тебе заботится? В Лондоне у нас. Да? Ну как они в Лондоне? Тебя кормят? Да. Одевают? Чтобы тебе было легко жить, правда? Да? А вот ты будешь как мама для своих маленьких пальчиков. Вот ты им будешь делать легко. Чтобы когда они играют на скрипочке, посмотри, чтобы они у тебя бегали быстро, 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 быстро. И легко-легко. А не так тяжело. Да. Им... Как это? Ну-ка сейчас. Да, давай попробуем. Да, ну-ка попробуем. Давай побегаем по скрипочке. Как это? Да, я тоже так умею. Ну-ка попробуем. Вот этот пальчик, посмотри. Вот этот пальчик, он действительно очень важный. Он должен быть тоже легкий. Но он снизу чуточку поддерживает. О! А ну-ка побежали. А ну-ка пальчиками побежали. Похлопка. Вот я сейчас возьму скрипку. Сейчас будешь за мной повторять.